Что по всему неверующим побежали. Куда? Зачем? В Норе проходит чемпионат открытый по компьютерным играм Норе Челлендж. И чё? Как чё? Победители получают ценные призы. Я тоже ж хочу призов. Ну ладно, пойдем посмотрим, какие у тебя шансы на победу. Как давно вы играете в эту игру? 5 лет. Я лично играю 7 лет. Ну, 2 года играю в FIFA. Начал играть в 2007 году. Ну, и играю до сих пор. Года с 2008-го. А с самого детства, лет так 6. Итак, что мы выяснили? Есть ли у меня шанс получить приз? Во-первых, нужно обладать тактикой игры, стратегией. У тебя должна быть команда, ты должна знать своих противников. К тому же чемпионат проходит среди школьников, а ты по возрасту уже не проходишь. Во-первых, человеку столько лет, насколько он себя ощущает. А во-вторых, в том году, между прочим, парень FIFA выиграл совсем без опыта. Ну тогда пойдем узнаем, в чем залог успеха. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать чемпионом? Ну, терпеливость должна быть, спокойствие. Ну, и интерес к игре. Реакция должна быть хорошая. Хорошая игра. Какую стратегию чаще всего вы используете в игре? У меня такое ощущение, что мои шансы на победу все меньше и меньше. Здесь такие спецы собрались. Ты еще настоящих спецов не видела, таких как Глеб Фанник Липатников. А кто это такой? Ты что, не знаешь? Это знаменитый игрок, чемпион! К тому же он студент в НУРЭ. Ну, я думаю, он нам расскажет, в чем залог успеха. Нужно у него спросить. Играю я уже давно, где-то лет, наверное, с 12, с 13. Ну, когда еще с первой доты. А в профессиональную доту я попал где-то в году 2010, когда я занял второе место на первом своем турнире в Киеве. Это, можно так сказать, начало моей профессиональной карьеры. Какое место киберспорт занимает в твоей жизни? Ну, занимает практически все мое время, так как я увлекаюсь этим профессионально, мне за это платят, поэтому мне приходится уделять все мое время. Чемпионы должны обладать там несколькими качествами. Это выдержка, это боевой дух, ну, естественно, работа над собой. Это основное такое качество. Ну, желаю прежде всего участникам удачи, чтобы хорошо выступили, чтобы если проигравшие не расстраивались и выигравшие не зазнавались. Инициатором и организатором проведения чемпионата уже в третий раз является помощник ректора, профессор кафедры программной инженерии Андрей Леонидович Ерохин. В Украине активно развивается киберспорт. И очень отрадно понимать, что наш университет является законодателем мод именно в киберспорте среди молодежи. Самая важная игра для меня – это игра за то, чтобы наш университет по-прежнему остался на первой ступеньке среди IT-вузов и продвижение его в европейское сообщество. Это главная игра всей моей жизни. В этот день произошло еще одно интересное событие. Пока участники чемпионата боролись за победу в популярных играх Dota и FIFA, кафедра программной инженерии проводила круглый стол с представителями ведущих компаний-разработчиков компьютерных игр. На круглом столе обсуждались вопросы усовершенствования учебных планов по подготовке разработчиков компьютерных игр в КНУРЭ. И что же ты думаешь по поводу проведенного чемпионата? Я думаю, что киберспорт – это для настоящих профи. А наш университет выводит его на новый, еще более профессиональный уровень. А что поняла ты? Я сделала очень-очень серьезный вывод. Игры – это не мое.